Дореволюционный жемчужин рядом с деревянным симбирским зодчеством компанию им составил советский модернизм. Как известно, центральные улицы города играют красками разных стилей и эпох. Полюбоваться на местные красоты приехали иногородние архитекторы. Так, с культурного похода и начался форум Urban Fest Ульяновск. Михаил Капитонов, организатор экскурсии, утверждает, что это не просто прогулка на свежем воздухе. Наша задача сегодня – анализ текущего состояния улицы Ленина и площади Ленина Соборной. Для этого у нас как раз в первой половине дня экскурсия, когда мы проходим от начала до конца эти пространства, изучаем интересные факты из прошлого, смотрим, что сейчас тут происходит. Как благоустроить и сделать еще интереснее? Приезжие делегаты посмотрели свежим взглядом на привычные нам окрестности. Свои заметки они уже сделали. Позже им предстоит обсудить свои идеи с жителями нашего города. Урбанисту из Тольятти Марии Степановой понравилась территория Ленинского заповедника. Однако, по ее мнению, чего-то там все-таки не хватает. Лично у меня сложилось ощущение такой музейности этой улицы, большое количество вот сохранившихся зданий, хорошее состояние этих зданий, сохранившаяся морфология, но нет какой-то активности, не хватает какого-то ритейла, может быть, каких-то кафе, небольшой уличной торговли, то, чтобы оживило эту зону. Опять же, если вдруг у жителей есть такой запрос, я бы его поддержала. По словам экспертов и организаторов, симбиряне активно предлагают свои дизайн-проекты. Форум оказался полезен и тем, что в Ульяновск приехало множество квалифицированных специалистов. Здесь они делятся опытом и помогают воплотить в жизнь программу формирования комфортной городской среды. Мы пригласили лучших специалистов, которые у нас есть в стране, для того, чтобы поделиться практикой, опытом, пониманием, куда двигаться дальше. Экскурсия закончилась, а форум Urban Fest продолжается. До 28 июня на площадках Ульяновска и Димитровграда будут проходить тематические мероприятия, воркшопы и встречи с местными жителями. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.